Трюк, достойный книги рекордов Гиннесса. Да не один, зафиксировали в Ивановском цирке. Артист Росгосцирка Михаил Иванов приехал в наш город с программой «Львы без клетки». Как раз на время гастролей и пришла с даты выполнения трюка для знаменитой книги. Для этого в Иваново даже специально прибыл судья из Лондона. Цирковой артист сначала прошелся по канату, отбивая на голове мяч. Без страховки на 8-метровой высоте Михаил набил мяч 101 раз. Такого номера в мире больше никто не исполняет. Второй трюк – жонглирование сразу 7 мячами во время езды на колесе. Для того, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса, продержаться циркачу предстояло не меньше 10 секунд. Михаил смог 12. Я с 9 лет уже начал жонглировать, с 12 лет ходить по канату. Сейчас мне 32 года, то есть достаточно давно. Трюк вот, жонглирования мячами на колесе – 7 штук. Я впервые исполнил в Иваново в 95 году. И со временем совершенствовал, у меня стали крупнее мячи, я стал дольше фиксировать этот трюк. Что касается отбивания мяча на колесе, ну, в течение 5 лет я уже его исполняю. Михаил Иванов – представитель цирковой династии. Главный его наставник и помощник – это отец. Множество трюков придумано именно им. Гастролируя по миру, аналогов своих авторских идей они не встречали. Вот и судья из Великобритании был потрясен зафиксированным. Это первый раз, когда я фиксирую цирковой рекорд, и я могу сказать, что у Михаила получилось все просто замечательно. Это потребовало невероятных усилий, тем не менее у него все получилось. Теперь трюками, которые вошли в книгу рекордов Гиннесса, циркачи будут привлекать зрителей. К тому же у Михаила в арсенале есть еще несколько номеров. В будущем они тоже смогут претендовать на звание рекорда. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.